Вместо пустыря теперь футбольное поле и тренажерный комплекс. В поселке Приобье Октябрьского района в одном из жилых дворов построили универсальную спортивную площадку. Объект рассчитан на людей разного возраста, в том числе для жителей с инвалидностью. Что думают о преображении дворов местные старожилы в следующем сюжете? На новую площадку одним из первых входят жители, по чьей инициативе построили спортивный объект. Лилия Шумкова всю жизнь живет в Югре, 21 год в Приобье. Про таких говорят неравнодушно и инициативно. У нас был пустующий двор, и есть у нас за домами немножко площадка для более маленьких детей. А детям подрастающим, ну, негде было играть. Во дворах стоят одни машины, и просто жалко было их. Смотреть на них скучающих, без дела склоняющихся. Идею жителей построить на месте пустыря спортивную площадку поддержали местные и районные власти. Проект стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. Стоимость объекта почти 6 миллионов рублей. Из них 175 тысяч – это средства жителей поселка. Здесь предусмотрена футбольная площадка, комплекс тренажеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация проекта непосредственно практически длилась 2 месяца, и нами осуществлялся контроль в плане выполнения, качества выполнения работ. На сегодняшний день работы выполнены достаточно качественно. Предполагается вторым этапом, также мы планируем на следующий год рассмотреть вопрос по дополнению еще и для более маленьких детскими игровыми элементами. Инициативное бюджетирование – важная составляющая федерального проекта формирования комфортной городской среды. Кто, как не жители, знает, где лучше установить площадку или разбить сквер. Они также готовы часть затрат брать на себя. Такой подход совместной ответственности с органами власти за развитие своих поселков дает свои результаты. Если у нас первый год это было 3 миллиона, в этот год это 5 миллионов. Есть тенденция к наращиванию. Мы хотим разделить конкурсы между городскими и сельскими, потому что это сельский низ не столь конкурентоспособный относительно городских поселений. Поселения, по примеру городов, стремятся стать комфортными, где хочется жить, растить детей и вкладывать деньги в развитие. В Октябрьском районе в этом году реализовали 13 проектов благоустройства. До 2024 года должны преобразиться еще не менее 50 мест общего пользования. Жители Приобья над новыми проектами, подобным этой спортивной площадке, уже вовсю работают. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Октябрьский район.